Знакомьтесь, это лигр, да, это реальное животное и очень интересная порода. Лигры – это потомство льва-самца и тигрицы-самки, и существуют они только в неволе, потому что в естественных условиях эти виды кошачьих не сталкиваются. Но за пределами зоопарков и приютов для животных лигров никто и никогда пока еще не встречал. Сегодня в мире насчитывается порядка 200 представителей этого вида кошачьих. Точное описание лигров дать довольно сложно как раз из-за того, что их слишком мало. Однако достоверно известно, что среднестатистический взрослый лигр весит около 408 килограммов, а самый крупный может достигнуть целых 725 килограммов. Лигры вырастают до 3,6 метра в длину, что делает их самыми крупными кошками в мире. Кстати, их пасть почти такая же широкая, как человеческие плечи. Для появления на свет маленьких лигров тигрице чаще всего приходится делать кесарево сечение, поскольку ее потомство слишком крупное для естественных родов. Обычно после 60 дней жизни лигренок весит уже порядка 7 килограммов, в то время как среднестатистический тигренок – всего 4. Во время процесса формирования маленькие лигры способны набирать по 450 граммов в день. Подобно своим родителям, лигры перестают расти в длину и в высоту на 6-7 году жизни. Однако они склонны к полноте и могут съедать по 45 килограммов пищи за раз. Львы и тигры – это два разных вида кошек, и у них разный образ жизни и ареал. В результате они выглядят и ведут себя абсолютно по-разному. А вот их гибриды, лигры, унаследовали качества сразу обоих видов. У них большое мускулистое тело, а их шерсть песочного или темно-желтого цвета. Структура их тела и головы больше походит на львиную, хотя их шерсть все же покрывают темные полосы, напоминающие о родстве с тиграми. У самцов лигров растет грива, но она не такая пышная и заметная, как у львов, а их хвосты больше похожи на тигриные, никакой кисточки на кончике. Когда дело доходит до рыка, он звучит больше как львиный, но все же это довольно уникальный и специфичный звук. Иногда лигры издают и тигриные звуки. Что касается характера гибридов, они весьма социальные создания. Если предоставить их себе самим, лигры, скорее всего, предпочтут жить в прайдах, как львы, хотя некоторые исследователи все же думают, что они выберут тигриные повадки и будут искать уединение. Лигры – прекрасные пловцы и очень любят воду, прямо как тигры. Удивительно, но лигры намного более дружелюбные и спокойные, чем их родители. Повзрослевшие львы и тигры становятся довольно агрессивными и охраняют свою территорию, а лигры, напротив, ведут себя относительно тихо на протяжении всей своей жизни. Было бы нечестно рассказать вам о лиграх, не упомянув об их ближайших родственниках, тигрольвах. Львы и тигры могут скрещиваться друг с другом, потому что они генетически достаточно близки, чтобы их хромосомы могли объединиться и дать потомство. Как мы уже говорили в самом начале, лигры – это детеныши львов и тигриц. Тигрольвы же – потомство львиц-самок и тигров-самцов. На сегодняшний момент тигрольвов существует намного меньше, чем лигров. Возможно, все дело в том, что тиграм намного сложнее найти подход к львицам и подобрать верную реакцию к их повадкам во время брачного периода. Более вероятной причиной все же считают то, что тигрольвы не такие крупные, как лигры, и на них просто нет спроса, а это значит, что зоопарки не заинтересованы в их разведении.